С чего это все началось для тебя? С билета на поезд до Чикаго. Он с вами, так ведь? Он изучал искусство в колледже. Думаешь, нас не обманули? Сколько ты должен за колледж? Больше не приходи, если не можешь быть полезным. Мы делали все, что они говорили нам. Что ожидало нас? Но Буэно, никакой работы. Вы не работали в галереях? Вы не единственный претендент. Нам нужен человек, у которого есть опыт. Что? Мы вам позвоним. Мы хотим, чтобы ты стал членом команды. Ты разбираешься в искусстве, так ведь? Ты в деле? Да, он в деле. Мы не просто воруем, мы посылаем месседж. Теперь ты в этом замазан. Если кто-то из вас совершит какую-нибудь глупость, отвечать будут все. Чтобы зарабатывать, надо рисковать. Дорожите своей дружбой. Если Элли еще раз пригласит тебя в клуб или бар, скажи ей нет. Это ненадолго, мужик. К счастью, у меня есть один вариант. Денег хватит на всю жизнь. Что происходит? Круша дома богатых, вы ничего не добьетесь. Вы лишь помогаете органам вычислить вас. По-твоему, это хорошая бизнес-идея, приятель? Помните, я знаю, где живет каждый из вас. Ты в порядке? С ней что-то не так. Она может умереть. Теперь это не моя проблема. Едем в больницу скорей. Ты шутишь?